7 столичных предприятий понесли миллионные убытки. Данные представила глава управления финансов мэрии Евгения Чумак на оперативном заседании. Общая сумма потерь составляет 6,5 миллиона леев. Согласно отчету, больше всего убытков зарегистрировало предприятие «Кишино-проект», которое занимается проектированием недвижимости, дорог и инженерных сетей. В прошлом году оно ушло в минус на 2 миллиона 600 тысяч леев. Управление капитального строительства, которое отвечает за модернизацию инфраструктуры в Кишиневе, зарегистрировало 1 900 000 леев потерь. Экс-друпа, в чьем ведении ремонт и содержание дорог, недосчиталось 1 400 000 леев. Предприятие общественного питания сектора Рыжкановка зарегистрировало убытки на 576 тысяч леев. В то же время 22 муниципальных предприятия ЖКХ с 2016 года находятся в процедуре банкротства и с тех пор не предоставляют муниципалитету финансовой отчетности.